Консультации проводятся в домах, где, по данным статистики, есть особые риски, или там, куда пригласили спасателей. Вы можете позвонить по инфотелефону государственной службы 1247 и записаться на консультирование. С 1 марта этого года вступила в силу поправка к постановлению номер 17 министра внутренних дел «Требования пожарной безопасности зданий», согласно которой двери и этажи зданий бюро должны быть пронумерованы. Эта же норма касается и многоквартирных домов. Если мы говорим о многоквартирных домах, то должны быть пронумерованы подъездные двери, промежуточные двери и входные двери. Если мы говорим о зданиях, которые выше 3 этажей, да, это жилые здания, например, то должны быть пронумерованы в том числе и этажи. И поправка у нас имеет обратную силу. Это значит то, что те дома, которые уже у нас имеются, да, то есть со старой постройки, это распространяется и на них в том числе. Успокоим квартирные товарищества. Стиль маркировки не прописан, но цифры должны быть легко различимы, понятны и находиться на видном месте. Спасательный департамент призывает жителей многоквартирных домов, квартирные товарищества и партнеров по сотрудничеству проверить правильность нумерации в своем доме, а также в домах, которые они посещают, и обратить внимание на возможные недостатки. Илья Бань, Роман Васильев, новости Таллина.